Одна из площадок Верещагинского феста находится прямо здесь, на территории 20-й школы в индустриальной части города. Проходя мимо школьных стен и школьного стадиона, меньше всего ожидаешь увидеть такое. Прямо сейчас здесь творится настоящее искусство. Креативные, современные, очень известные ребята из Санкт-Петербурга превращают старое здание в настоящий арт-объект. В Череповец медьки приехали еще в понедельник вечером, но погода была против уличного творчества. Поэтому пока питерские художники вдохновлялись городом металлургов. И теперь, наконец, начали переносить свои впечатления на необычный холст. Это же тир был раньше. Здесь школа 20-я, где Саша как раз Башлачев учился в старших классах. И идея такая, что эта труба – это как бы связь Череповца с Питером. То есть этот мост, вот он в середине, да, это ваш мост Череповцы, и плавно Шекснай перетекает в Неву. И тут уже пошла Петропавловка, медьки его встречают. То есть он, в результате, потом в Питер попадает, да, как известно. А здесь его встречают не только медьки, а еще и Нина Соколова, с которой я дружил. Вот так Питер и Череповец встретились на одном граффити. Конечно же, здесь появится и сам Башлачев. По замыслу Дмитрия Владимировича, он будет сидеть на берегу Шексны и сочинять стихи. Кстати, медьков и череповецкого поэта в прошлом многое объединяло. Здесь еще будут реалии тоже череповецкие, тоже места, где Саша гулял, что он видел, то есть там какие-то башенка будет рядом с его домом. То есть. Потом будет кафе «Фрегат», где они собирались в конце 70-х, это тоже недалеко тут. Сейчас там, по-моему, нет его. Сейчас медьки застали Череповец другим. Елена Воскобоева, к примеру, вообще приехала сюда впервые. И даже после изящных, уютных питерских двориков здесь есть чему восхититься, признается художник. Поверхности, оформленные творчески художниками, это, конечно, и вдохновляющий, и, на мой взгляд, очень украшающий город. И то, что администрация и, вот как я поняла, Верещагинфест вообще занимаются, как они анонсировали 4 огромных таких городских объекта, притяжения, так или иначе, списанные художниками, это очень здорово. У вас такой город вдохновляющий, столько прекрасных зданий. Мы ходили вчера под дождем, я сама художник, печатной графикой занимаюсь, и я уже сделала вот под впечатлением уже несколько работ еще вчера. Под приятным впечатлением от Череповца и Стас Павлюк. Он в медьках отвечает за музыкальную составляющую творческого процесса. Стас отметил, в городе много магазинов с музыкальными инструментами, а это значит творчество рядом с череповчанами. А уж здесь у медьков оно не прекращается ни на секунду. Какая музыка, вот как думаете, подходит для Череповца? Что-нибудь можете наиграть такое? Долго шли зноем и морозами. Это первое, что приходит, понятно, там творчество Саши Башлачева. Я не знаю, все еще зависит и от погоды, и от круга общения. Сейчас у нас очень чудесная компания и хорошие места, и даже солнце вышло. Создать такой уникальный арт-объект, который действительно уникален не только для нашего города, но и для региона, и которому рады будут абсолютно все ученики и педагоги города. Завтра мы торжественно его откроем, презентуем. Участие в мероприятии принимают все наши учащиеся, все педагоги и гости, которые планируют посетить это мероприятие. Правда, любопытство ученикам 20-й школы покоя не дает уже сегодня. Ребята по отдельности и целыми классами приходят, чтобы поближе взглянуть на процесс необычного творчества. Просто здесь все красочно так. Да, антураж такой появился красивый. Да. Ну, не как раньше, конечно. Здесь такая просто голая труба была, а сейчас хоть что-то появилось. Да. То есть, думаете, вот таких вот объектов у нас в городе для молодежи, это было бы интересно? Да, было бы. Было бы очень интересно. Что удалось заметить? Октябрьский мост. Октябрьский мост. Кочегары. Пароход. Кочегары. Юдей. Пароход. Ну, вообще-то это интересно. Да. А пока мы общались с ребятами и слушали песни музыканта Стаса, Дмитрий Владимирович не отвлекался от творчества. На граффити появился новый герой – Виктор Цой. С ним у медьков тоже были связаны добрые и интересные истории. Мария Беленко, Сергей Павлов. Новости.